Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. Я немножко прихворал, так что голосок мой будет нынче груб. Но это не помешает нам пройти одну из этих битв. Ну, начнем, думаю, с защити свою территорию. В принципе, это практически одинаковые по своему смыслу турниры. Но здесь у нас еще почти 3 дня, потому мы оставим его на потом. Ну, а сейчас будем сражаться с этими мега вкачанными тварями. И этот у нас немножко полегче, да, потому что у нас все дело начинается с травоядных. Ну а если травоядные, то как бы, ну, можем, по крайней мере, попытаться их тут кем-то пожевать. Травоядные, ну, наберем хищников, хищничков. Так, дело в том, что так, Эрлика, он подменится на Пахика. И вот в пахиках кто-то должен пробивать довольно-таки крепкий. Ну вот как-то так. Ну давайте попробуем. Может, конечно, будет маловато же запаса прочности, скажем так. Ну попробуем. Так, а вот это как бы вот непредсказуемо, но не скажу, что для нас это плохо было, но нежданчик. Че, не будут подменяться, хотите сказать? Да подменится сейчас. Нет, смотрите. Продолжает атаковать. Ну, это, в принципе, нам даже на руку вообще не рассчитывал. Обычно он подменяется сразу, либо на второй ход. Но здесь... Смотрите как. Ну, ну и чё? О, сменился. Наконец-то. Это вообще, вообще шар для нас. Это скидка на простуженность. Давайте приатродоном сожрем пархигалозавра. Ну, попробуем, по крайней мере. Ай, наверное, не хватит. Да, одного балла не хватило. 4 он атакует на 3. Ему не хватает 2, да? Ну, в принципе, пофигу. Так, ну, тут нужно делать вот так. Кстати, ситуация такая себе получилась, но пришлось подменяться, не хоть... Ситуация печальная. Так все легко начиналось и так все резко затупилось. Печалечка. Но я думал, он сейчас нас проатакует по любасу на 4. И мы еще все-таки выкрутимся. Простуда дело непростое. Вот реально, да, то есть 2 удара, наверное, мы сколько выдержим, не выдержим. Полторушечку бьет, да, 1700. 2 выдержим, 3 нет. Если он сейчас не проатакует, это будет трагедия. Жесть, мы проиграли, ребята. Да. Когда болеешь, мозг соображает немножко неправильно. Реально. Была такая 100% верняковая ситуация, а мы тут взяли и зафейлились. Ну, в принципе, никого особо я не потерял. Ну, из, как бы, из важных. Так. Ладно, давайте даже так. Так. Ну, галозавра брать не буду сейчас. Что бы нам еще сделать? Кого бы взять? Кто будет пробивать его? 20-й индораптор. Пусть будет 20-й. Ну так, пойдем давайте. Ладно, сейчас надо занять позицию поудобней, развалиться как-нибудь в кресле.
Так, ну, предполагаем, что он в следующий раз тоже так же сделает. Что его стратегия не поменялась. А я за этих пару минут не заболел еще сильней. Ну, смотрите, он уже, видите, подменился. То есть, ну, значит, будет нам легче. Мы сразу пробьем сильного пахигалозавра, и не будет этого геморроя. Кто вам больше нравится, церозинозавр или пахигалозавр? Так, ну, мое мнение, я думаю, вы знаете. Я за чужого. Не понимаю, что он тут творит. Сидит тупо в защите. Смысл? Но мне как бы не тяжело. Ну давайте, у кого первого дрогнет рука. Ну вот, он все-таки решился нас проатаковать. Молодец. 1700 мы помним у Антарктопелты. Ну вот так. Первую антарктопелту нужно пробивать сразу. Ну, короче, щит в 4 это было нежданно. А вот атака на 4 вполне себе предсказуема. Ах, не хватает соточки какой-то там. Так, ну главное, чтобы у нас не было много амфибии у противника, а желательно, чтобы их вообще не было. Ну вот и все. Так, первый бой, смотрим дальше. Пока что все хорошо. Ну, Гаргазуха, ну, его особого смысла брать нет. На самом-то деле. Вместо Гаргазуха лучше зайдет даже Метриофадон. Ну, давайте так попробуем. Можно смело атаковать. 265 уровень церозинозавр. Ну смотрите, они не превышают уровень силы, по ихнему мнению, наших гибридов, да, то есть 36 уровень всего лишь пахи. Так, какие-то были подлагивания непонятные. Так, ну что? Ну, Даш не знает, что сделать. Ладно, еще давайте посидим. Так, он же вроде на 2 проатаковал, да? Да. Просто не хотелось с разинозавром атаковать, потому что там идет эрлик, а у меня вторым идет. Вторым идет Гаргазух. Тут придется мне еще лишний балл потерять. А
Ну, я Юдона тоже, походу, сразу теряю. Но он протоковать должен на полную, чтобы пробить Юдона. То есть 3 балла здесь не проканает, нужно все 4. А на самом деле не должен он атаковать на 4, да, потому что у меня был 1 балл. Я хочу Горгазухом его съесть. Так, ну все идет неплохо. Атака на 3, 1 балл у него остался. Хотя, ну, по силе они одинаковые, это чисто так, по приколу я. Так, готово. Так, ну этот бой у нас такой будет непростой. Для этих целей у меня есть вот кто. Он будет танковать, подменится. Потом пойдет Метыч и вот так вот. Ну хотя и Сигназух бы тут хорошо пошел. Кстати, 6400 можно откусать. Мы большую часть жизни сняли. Туп, для Тупуксуара Сигназуха хотелось взять, но что-то как-то я не придумал, куда его особо там приткнуть. Пробьет. Гаденыш. Но у него по нулям. То есть, ну, мне придется пробивать Индорапторам. Двоих. Потому что Сигназух легко сейчас нас пробьет. Он, сволочь, по любасу проатакует, несмотря на то, что у меня 3 балла в защиту стоят, и он атаковать не должен. У него всего лишь 3 балла, но думаю, он проатакует сейчас на 2. Нет, не проатаковал. Думаю, хватит. Отлично. Ну а Тупуксуар мы съедим Метриофадон. Атака на 5. Этого бы не хватило на самом деле. То есть 2 балла прошло, это было бы там меньше 10 тысяч, а 3 у меня было в защите, так что опять гаденыш какую-то фигню сделал. Так, ну ничего. Как видите, Линка Гейм, даже простуженный, все-таки Линка Гейм, и затащили мы. Вот так вот. Крутись. Прагнатодон, ребятки. Ну, красивенький прагнатодончик. 23, нам осталось всего лишь 5 битв. И вот, в принципе, буквально завтра, послезавтра мы это сможем выполнить. Остается еще 9 дней, ребята. Ну что ж, на этом я тогда с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.